Всем привет! Мы уже собрались, встретились и сейчас идем в Магнум, потому что... Никто не спал, потому что и все. Если мы не купим энергетик, то мы просто заснем в аэропорту. Все, мы уже отъезжаем, загружаем вещи в такси, едем в аэропорт. Мы уже в Петропавловске, по нам видно, что местная погода минус 10. Сейчас мы поедем на квартиру заселяться, подписывать договор, и потом мы пойдем завтракать. Прямое включение самого города Петропавловска. Мы уже подписали договор в самом агентстве, если можно так назвать, и уже сейчас идем на квартиру. И самый приятный бонус, нам дали еду! Тут 4 сэндвича. Приятного аппетита! Всё, мы уже заселились в квартиру, сейчас покажем вам рум-тур. Самое главное, смотрите, мы как будто и не уезжали. Да, тут все цивильненько, все красиво. Наш холодильник, наши сэндвичи. Идем дальше. Тут мальчики раскладываются. У нас есть телевизор и вот такая иллюстрация. Посмотрите, какая прекрасная комната. О, прикольно. Полотенце. Да. Иркан, мы тут спим, да? Я тут сплю. Мы тут спим. Ну, на обед мы вам разрешили, но эту комнату мы не отдадим. Все, записали его на камеру. Еще когда-нибудь скажу, да. Наши планы поменялись, мы решили не есть сэндвичи, а приехать в коптильню. Ресторан коптильни. Вау! Что за красота? Тушенка. Мы покушали и пришли в торговый центр. Сейчас мы пройдемся, посмотрим, что тут, как обстановка. Да, коротко о том, чем мы занимаемся в Достыке. Мы полностью расследуем ТРЦ в Петропавловске. Она кажется мне маленькая, но... Открой! Пошли в игровой центр, чтобы поразвлекаться. Мы пришли в зеркальный лабиринт. Вон Еркинсом. Мы решили вспомнить, что такое детство. Это мы пришли на закуп. Мы уже купили туалетную бумагу с клубникой. Сейчас выбираем продукты. С козырей до нашло. Антоха решил сыграть в автомат и купил себе... Что ты взял? Вырасти игрушку. Да. А еще хочешь себе дог. Вангую, что он будет... Синий. Давай, Антоха, покажи, что там. Что это? Это мой друг. О, уже дома. Алдиар, поделитесь. Они еще не выросли. Он решил засунуть своих друзей именно в бутылку, чтобы было удобно перевозить, все верно? Да, я заберу их хост. Именно так он любит своих друзей. Доброе утро! Первый день обхода начался. Мы все разошлись по своим школам. Сейчас я направляюсь в свою первую. Какая-то церковная школа имени Сергея, что-то там. Поэтому вот такие дела. Всем ассаламу алейкум. Это наш первый день обходов. Мы с Зилей обошли по 5 школ. Сегодня зашли в Ниш. Да, мы покушали. И сейчас едем домой на автобусе. Решили посмотреть местный колорит. Всех обнимаем. Домашний ужин. Ажа, 10 из 10. Я считаю, 10 из 10. Доброе утро! Сегодня уже второй день нашего обхода. И, в принципе, второй день в Петропавловске. Мы уже разошлись все по школам. Это моя вторая школа на сегодня. Я пришла, надеюсь, все пройдет быстро, гладко, спокойно. Это я сижу в кабинете профориентатора. Мне кажется, я состарюсь в ожидании. На связи снова мы. Время сейчас 1:40, а
Я направляюсь в следующую школу. Так прикольно, я попала в район своих домов. Это такие прикольные улицы, типа Московская, Ленинградская, и дома тоже как-то по-русски выглядят. А еще есть улица Халтурина. Блин, я бы хотела жить на Халтурина 23. Тропалоск, I love you. Мы с Еркином уже дома, ждем Аудиара и Айшу, и после этого поедем на съемку места проведения ДОДа. Мы приехали на точку, где будет проходить наш ДОД. У нас будет, короче, ДОД в бассейне, ШП будет огонь. Сейчас мы заходим, посмотрим, что да как. Надеюсь, все нормально. Ладно, мы с Айшой берем свои слова обратно. Очень даже круто. Ваши давайте фотку. Ощущения. Давайте фотку. Ощущения. 10 из 10. Здесь классно. Давайте фотку. Слушай, фотка. Смотрите, какой у нас конференц-зал. Нет, все круто, но вешалки, блин, я бы хотела быть абитуриентом. Еще у нас будут такие путеводители с самого входа до самого конференц-зала. Вообще, я завидую нашим апикам. Это Еркин. Вы думали, жизнь слишком проста? Нет, мы решили пойти наугад. В бабушный кафе. Мы идем в поисках улицы Ауезова, хотя мы на парке сейчас. Нам нужно наугад. Парк, ну я же сказала. Вот. И в принципе сейчас подумаем. Наше седьмое чувство должно нам подсказать. Седьмое чувство. Вау! Еще один. Это уже третий день в Петропавловске. В Питере. Он уже свой родной, такой классный город. Короче, мы уезжаем. Здесь вот наши сумки, вещи. Айша пошла выкидывать мусор где-то. Смотрите. Но я не могу увеличить. Потом увеличу. Вот, пацаны выносят оставшиеся сумки. К нам пришел арендодатель. Сейчас даем квартиру и едем на место проведения ДОДа в гостиницу Скиф. Петропавловск, мы провели ДОД, уже убрались в зале. Это, господи, мои уставшие коллеги. Сейчас минут 15, и мы выезжаем в Костанай. Нам ехать примерно 6-7 часов, и с утра нас ждет... Да, надеюсь, мы не умрем. И с утра нас ждет опять обход. Но ждем. Мы уже сели в такси. Аудиоха пробил время. Нам ехать 6 часов. Это 500 километров. Надеюсь, все пройдет хорошо. Время 5:42. Мы приехали, мы выжили. Нанотехнологии. А как им пользоваться? Это наша квартира. Первый день в Костанае. Я сейчас хожу по школе. Мне еще остался один колледж и одна школа. Класса, снять видео снова не удалось, потому что там в 10-м человек 12-15, а в 11-м классе трое. А в целом вход удался. Мы уже дома, заполняем базу. Пятого нам аппетита. Время 6:30, и мы приехали в Достык. Посмотрите, как тут... Вау! Красота! Раз, два, три. Питер, Костанай.
Мы так сильно устали, то что делать обход, решили на улице спать лечь. Время сколько? Покажи, пожалуйста. Я вам скажу историю. Ну ладно. Ладно, не удастся. Я с вами, ребят. Hello! Просто зацените Кану, огромная красота. Мои впечатления об этой школе 15-й. Блин, она великолепная. Профориентатор Душка провела меня во все классы. Несмотря на то, что это казахская школа, мне ничего не сказали, что я на русском презентовала. Вообще, моему счастью нет предела. Вот. Самые две нищековые школы — это физмат, лицей и вот этот, блин, отпад. Я люблю Костанай! Я надеюсь, ребята, что-то там снимают, потому что весь влог будет мое лицо. Всем ассаламу алейкум, это наш первый влог. А еще Джон уже, блин, на нервы действует, ничего не делает. Еле-еле терплю. Ну ничего, нормально, прорвемся. У нас сегодня последний день обходов. Справа горы, слева горы, а вдали. Это наш первый влог, всем ассаламу алейкум. А сейчас уже реально на нервы действует, уже бешит меня. Всем ассаламу алейкум, это наш первый влог. Так, Айша Джон предложила нам авантюру перелезть через забор и таким образом агитировать абитуриентов. Показывает свою узбекскую натуру. Проникновение на чуть. О! Я тебе покажу, настоящий мужчина. У меня уже полный кроссовки снега. Из-за того, что наш навигатор Айша постоянно нас ведет по снегу. Но ничего страшного, прорвемся. В поисках школ я приехал поселок, название забыл здесь. Типа поселок. Ну зато тут одна школа на весь район такой. Ну прикольный. Посмотрите, какая школа. Я наконец-то ем в школьной столовке. Костанай, I love you! Поступай, I love you! Мы молодцы. До сих пор продолжаем забивать базу с Айшой. Костанай, I love you! Наконец-то пришли в нашу мевшую Костанай Плазу. Мы идем кушать. Еркин в мире животных. Смотрите. Я думаю, это живой. Да чмокни, да чмокни. Давай, чмокни. Нет, ну чуть-чуть. Всем привет, это последний день в Костанае. Всем уже... ассаламу алейкум. Это наш последний влог. Последний влог. Мы уезжаем сегодня. Это наша кричалка. Раз, два, три. Питер, Костанай! Да, это наш последний влог с Костаная. Мы разгружаемся и уже приехали в аэропорт. Не прощаемся. Мы в Алмате, и мы снимаем конечный раз наш причал. Причал снизу нормально. Раз, два, три. Питер, Костанай! Ребят, всем спасибо! Ждите новых встреч! Да, всем пока! Питер, Костанай! Мы едем домой! Мы едем домой!